Уважаемые представители СМИ, я хотел бы сказать два слова. Знаете, есть такое изречение. Если кому-то необходимо уничтожить целую нацию, то есть простой способ этого достичь. Для этого нужно начать судить невиновных, начать не судить виновных, что и происходит наглядно в нашей реальной украинской действительности. Мы все с вами являемся свидетелями, что у нас в стране судят невиновных, патриотов, активистов, гражданское общество, волонтеров, тех, кто сражаются за Родину, а тех, кого нужно судить, тех, кто является пятой колонной Кремля и хорошо себя и вольготно чувствует в Украине сегодня, тех, кто привел сюда войну, тех, кто привел сюда коррупцию, их не судят. Они не являются виновными у нас. По последней информации, которой я владею, даже сепаратист господин Царев дает показания Генеральной прокуратуре против меня. Вообще, можно ли было себе такое представить, когда разворачивались все эти драматические события для страны? После Майдана в марте 2014 года о том, что сегодня сепаратисты будут против меня или против других патриотов сотрудничать с Генпрокуратурой и давать свидетельские показания. Тогда я думаю, что пора привести уже сюда Януковича вместе с его всей кликой для того, чтобы они тоже дали показания против патриотов, против тех, кого расстреливали на Майдане, против их семей. Я думаю, что сегодня система правосудия, которую мы наблюдали в Днепровском суде, и которую мы наблюдаем сегодня здесь в апелляции, она себя обнулила. Ее нет. Я согласен со словами министра внутренних дел, который предложил радикально остановить работу всех судов на 3 месяца. Потому что судьи, которые сегодня отправляют так называемое правосудие, которых заранее анонсируют и согласовывают председатели судебных комитетов Верховной Рады, они не имеют ни морального, ни юридического права осуществлять какое-либо правосудие. Человек, который был судьей в Луганске и перевелся сюда, в Киев, вместо того, чтобы защитить свою родину, дальше прислуживает тем же, кто его пристроил на теплое местечко. Я могу вам сказать одно. История повторяется. 100 лет назад здесь, в Киеве, проходил, это было в 1913 году, судебный процесс над евреем Бейлисом. Это знаменитый судебный процесс, который тогда еще, 100 лет назад, показал абсурдность того правосудия. И сегодня, через 100 лет, мы здесь, в Киеве, можем провести полнейшую аналогию между тем правосудием, которое было 100 лет назад, и сейчас. Тогда 37-летнего отца 5 детей обвинили во всех смертных грехах. В поедании младенцев и в Бог знает в чем. Тогда это был процесс, связанный с антисемитизмом, с черной сотней,
Я хочу сказать следующее. Я далеко не идеал. Я не, не совершенство. Поскольку если бы я был совершенен, то меня бы надо было бы поместить в музей как экспонат. Но когда пришел трудный момент, никто не думал. Мы защищали Днепропетровск, мы защищали Украину. И я не идеал, потому что я правда нарушал законы. Я нарушал законы, когда останавливал 55 поездов в день, которые шли из Донецка в Днепропетровск прямым ходом. Я нарушал законы тогда, когда отправлял раненых солдат без загранпаспортов на лечение и реабилитацию в Литву под свою ответственность. При том, что граница наша их не выпускала, требовала формально загранпаспорт. А литовский консул был согласен. Я нарушал закон, когда договаривался с сепаратистами об обмене пленными, минуя всякие формальности, для того, чтобы спасти и вернуть домой наших солдат. И поэтому суд, который сегодня пытаются, или судилище позорное, которое мы все видели в Днепровском суде, и обвинения, которые выдвигает сегодня ручная прокуратура, которая должна защищать интересы граждан, а не интересы хозяев, которых они меняют так же легко, как и происходят исторические события в стране. Сегодня мы все являемся свидетелями этого позорного судилище, и оно, я считаю, неправомочно, не имеет, опять же, хочу повториться, никакой юридической, знаете, Кафка, он писал в своем романе «Процесс», если можно ли защититься перед этими судьями, которых вы сегодня видели, но это все равно, что взять и нарисовать их на холстах и пытаться защититься перед этими холстами. Так вот, шансы защититься перед холстами не меньше, если не больше, чем перед этими судьями. И поэтому я хочу сказать, что единственным правомочным судом надо мной может быть только суд народный, суд совести и суд присяжных. Спасибо большое за поддержку. А где вы все это время были? Адвокаты вас потеряли 28 декабря или какие-то расследования? У меня была операция. У меня еще планируется еще одна операция. Поскольку мне поставили 2 стента. Вы видели, что на Днепровский суд, когда меня привезли еще в состоянии наркоза. Я был в состоянии наркоза в первый приезд. Опять же, тот же Кафка писал, знаете, что когда вы хотите залезть ко мне, вы, мало того, что вы залезли ко мне в кровать, вы еще и хотите, чтобы я был во фраке. Так вы пребывали в больнице? Да, в больнице. У меня еще работает лечение.